Все, давай, давайте по выбору. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Пересчитали по три раза. Я думаю, пересчет не стоит делать. Сейчас мы подведем итоги, все суммируем и будем количество. Я спрошу счетную машину. Thank you.
сейчас у нас идет топик 43 наравне. Четвертый кандидат у нас идет 86. Пятый кандидат тоже 43. Или вы прибавляли? И еще шестой кандидат 86. Вот, пятый кандидат 86. Правильно, четвертый 43. За Путина проголосовало 872 бюллетеня. За Зюганова 86. Галиновский 43, Миронов 43, Прохоров 22, и 10 недействительных. Так, я попрошу взять упаковочные материалы и начать упаковку бюллетеней. Давайте подходите, я вам буду давать таблички. Все по отдельности. Попробуйте вместе скотч, потом делаете сверху бумагу. Это 10 недействительно. Упаковывайте. Спокойно.
Я просто сказала, что здесь... А вот здесь можно? Да, здесь можно. А
Thank you.
Thank you.
Добрый день.
Прошение.
Смотрите. Сейчас переходим опять к этому. Вы считали Thank you.
Я прошу погасить.
разборке бюллетеней за президента, также были разобраны бюллетени по выборам главы администрации города Астрахани. Тем самым был произведен их подсчет. Значит, недействительно бюллетеней. Недействительно 10 бюллетеней. Значит, за Лебедева 32. За Шейна 160. Старобойтов 42. Викторов 53. Столяров 773. Давайте упаковываем время. Заполнять фонд. Thank you.
Давай, 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 давай
Thank you.
Thank you.
материал, куда они? Да, 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 да
Лавинина. А, это Тушин, это другой аудитория. Мы тащили его. Ну вы же и вагон какой-то, бабу какую? А, или кого? Коняк, наватку, наватку. Булок его тащили, 5 человек. Thank you.
человек, что куда сейчас скажу. Thank you.
подписью.